Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и да, будем сегодня в такой вот картиночке, несмотря на то, что мы пойдем сейчас в эпическую зарубу, короче, там нас ждет довольно много сражений, просто я собирал монетки, дропики собирал в таком виде, не хочу перезагружаться, чтобы, ну, перезагружать игру, запускать программу вот этот Rotation, как она там называется. Нас тут ждет, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 боев, ребят. Это полчаса видео, как пить дать. Ну, ладно, давайте будем начинать. Ну, я взял своих самых слабых. Это самые слабые снизу списка. И так мы сейчас их... Вот те на... Блин, сосед начал перфератором долбить. Печально. Ладно, попробуем начать. Ну, вот так вот. Сделаем, значит, перерыв, если он будет долбить. Давайте возьмем нашего Супер Флаффи. Кстати, да, ну вы там на паузе можете поставить и прочитать, какие у нас противники. Противники, которые умеют себя усилять. Нам рекомендуют брать либо сильных, либо у которых есть nullifying strike, обнуляющий удар, либо которые сами просто сильно дымажат. Так, что я взял это, не знаю. Вау! Так. Давайте себя усилим, что ли. Но он всего лишь 5-го левела. Пять хилсов, это, короче, обидно, когда так получается. Что у нас здесь? В обход брони один, а здесь полтора. Ладно, все нормально. Он снова себя усилил. Кстати, у нас тоже есть бариониксоид какой-то. Тоже можно будет этим побаловаться. В общем, довольно много кем мы сможем посражаться в этой битве. Почему нету брони вот у Нундазуха, Капразуха? У крокодила должна быть броня, у них же там, ё-моё, кожа километровая. Ух ты, вот это он выдал обычным ударом, столько с нас снял, это просто шедеврально. Так, у нас есть Тенентозаврик еще, который просто так добьет. У нас есть очищение. Ну, в прошлом бою мы сражались именно по рекомендации, когда у меня были удары с обнуляцией наших врагов. Сейчас я не хочу именно так брать, будем брать кого попало, чисто так для разнообразия. И еще нам рекомендовали брать, у кого есть паралич. Так, у меня такой тоже есть красненький. Это на тебе паралич. И на тебе снижение урона. Хорошо, короче, контрит хищника. Блин, ну лапы у него постоянно на выворот. Это меня веселит. Так, ну сейчас нам прилетит. Чем мы ответим? Очищение и снижение скорости. Отлично. Ну, еще как раз нам один ударчик, и все отлично. Так, а снижение скорости суммируется или нет? Вообще-то другие удары суммируются. Ну, точнее, суммируются удары, которые снижают урон. То есть можно там, у кого у нас есть, минус 90, и потом минус 50, и получается, что, ну, 0. А скорость, что-то я не замечал, чтобы она так могла как-то присуммироваться, чтобы мы, допустим, два раза подряд проходили. Так, кем мы сражались? Вот этим сражались, вот этим сражались. Вот. Вот так. Че, еще кого-то не выбрал? Давайте попробуем так пойти. А после этой серии нужно будет записать серию турнирную. Нужно нам тоже немножко там как-то подниматься, что ли, по лестницам. Так, давайте возьмем Барионикса. Красненького против нас Пастазух. Давайте сделаем себе усиление. А это что такое? Это как называется, он взял себя, подлечил. Это дичь какая-то. Давай, Барионикс.
Ну, неплохо, неплохо для 9 уровня. Ух ты! Нежданчик! Стигемлок 2-го поколения, я вообще не помню, не, наверное, никогда не сражался. На тебе, на Одессу. Этот удар имеет шанс паралича, процентов 20, да? Давайте сейчас посмотрим. Мы как раз и будем валить постоянно. 10%, ну, очень мало, конечно. Вот этот плюсик меня постоянно смущает. Мне кажется, что он должен был бы себя подхилять, а он себя не хиляет. Так, о, паралич сработал. То есть мы нанесли третий удар, и у нас сработал паралич. То есть это зачетно. А вообще-то аж на 10-й раз он должен сработать был. Так. Ну давайте еще. На следующем ходу уже будем подменяться. Как свинка хрюкнул. Так, Ирритатор появился. Ну, выглядит вообще как Барионикс. Че, рискнем? Да, рискнем. Он слабо бьет. Еще можно. Так, ну теперь, думаю, пора и подмениться. Но он у нас шустрый, а остальные будут помедленнее. Так, появился Тарбозавр. Так, ну мы не дадим ему воспользоваться готовность сокрушать, да, так было написано? В обход щита, ладно. Ах ты гад, ударил нас первый таки. Это был крит. Ну, у нас покруче. Так, победа номер 2. Не будем затягивать, будем немедленно приступать дальше. Уровень противников растет. Давайте еще возьмем вот этих вот. И давайте начнем с Тарбозавра. Скажем так, откроем, раскроем его весь потенциал и попрощаемся с ним. Больно. А вот это я понимаю потенциал. И вот так. Еще разок повтори свой успех и будет шикарно. А, 1100. А мы вообще выживем? Наверное, нет. Ха-ха-ха, выжили. Это у нас Ирритатор был, да? Слабоват, надо сейчас самому взять тогда Ирритатора. Ну, Тарбик неплохо так раздает. Так, это делает ту же ошибку. Мы сейчас, походу, одним Тарбозавром тут всех сожрем. 1100, ребята, 1100. Ладно, давайте. У нас есть более шустрый Ирритатор 2-го поколения. Смотрите, Ирритатор против Барионикса. Больно, больно было. Так, но это не наносит удара, да? Плюс 50 к урону, плюс 30 к шансу критического удара на 3 хода, но хода нет. Вот это было неприятно. Только появился и умер. Ага. Так, ну давай карника тогда. Прикольный карник. Так, что это у нас дает? Очищение себя, нанесение урона 1,5. А, ну это последний, блин. Надо было бить сильным ударом. Ну, в смысле, противник последний. Такая шаровая победа для Карнотаврика. Ой, и нам дают первый приз. 4 инкубатора, прикиньте, за, ну, за эту битву нам дадут. Еще и монет насыпят, там 3500, а может даже 6 или 7. Посмотрим, сколько нам дадут. Блин, я такое дело люблю. Так, мы начинали с чего? Да это вот, ну вот верхним рядом будем пока что сражаться. Вот этот буквально один, максимум 2 боя попробуем затащить и пойдем менять нашу команду.
Ну, давайте так сделаем. Это нам нужно выдержать два хода. Чтобы проатаковать его один раз. Ну, надеюсь, ты его пробьешь. Если доживешь. Ха-ха-ха. Ладно, Карнотавр, давай ты. Так, вот это он вообще, ну, тупейший удар, он ему не нужен, у него полный хелф, он взял и потратил балл. Вообще-то мне надо было щит использовать первым. А то сейчас как прилетит. Так, это у нас была контратака, да? Я и забыл уже, что она у него есть. Ну да, неудачно прилетела контратака. Максимальная контратака. Была максимальная. Так, ну сейчас он появится, и он будет ходить первым. Он еще и быстрее. Так, ну ситуация не очень прикольная. У меня никого нет, кто бы мог походить быстрее. А еще у него хелсов побольше-то. Ну, крит это хорошо. Блин, а я его не могу пробить, ребята. Походу мы сейчас сольемся. Да, мне-то их двоих нужно побеждать. У него, по-моему, 10 уровень еще не было, у него 10 уровня. Ух ты, ёшкин кот! Я не рассчитывал, что трайк будет у нас таким ядреным. Ну, походу, все. Я вряд ли тут что-то могу порешать. Он быстрее, если он сейчас может, правда, усиление себе дать, но нет, не дал. Ну, здесь была верняковая ситуация для него. Ладно, значит, пришло время нам сменить команду. Тут же тайм-аута вроде бы нет. Одно поражение, ну и ладно. Значит, пора вас, ребяточки, всех сменить. Меняем на 10 левел и выше. Так. А, ну так они мне здесь и остались, внизу все. Теперь они там у нас были внизу. Вообще-то хватит ли их, чтобы тут порешать? Саркозухи всякие, пурузавры. Да что-то, мне кажется, надо посильнее брать, ребят. У нас много десятых всяких уровней. Так, кем будем сражаться? Жаль, что отсюда нельзя посмотреть на его удары. Десятых там много, да? Но хватит ли этого, чтобы пройти дальше? Так, надо кого-то и посильнее взять все-таки. Вот так вот давайте попробуем. Так, ну давайте верхний ряд пойдет. Посражаемся. Ну, начнем с крокодильчика. Крокодила Морфа. Так, ну одно древнее другого называется эта битва. Шикарно. На тебе. Обнуляем парнишку.
Ну давай, давай. Молодец, да, Николай Греус, красавчик. Неплохо раздает. Но обидно за первого своего. С одного удара пробили нас так. Так, кстати, а вот этот... Крит был. А вот этот обнуляющий удар у нас имеет бонус? А ну-ка, давайте глянем. Да, надо было им бить. Так бы уже победили. Ну ладно. Та Николай Греус быстрый, то есть мы, скорее всего, будем ходить первыми на следующий ход. И да, мы сейчас пробьем Капразуха так нормально. Да, в этом случае скорость решает. Двоих победил. Ай, вот так вот. Кстати, прикольный вот этот раптор. Это у нас вообще кто? Не посмотрел, кто это. У него есть и обнуляющий удар, и снижающий... Ну, по крайней мере, с бонусом. Ладно, с бонусом. Сейчас мы еще раз возьмем их. Так, шикарно. 300 монет, это всегда хорошо. Так, это Сарказуха у нас завалили сразу, да? Ну, давайте еще раз их попробуем взять. Так, там уровень противников-то уже растет. Ладно, это Николай Греуса брать не будем. Возьмем Рекс. Так, попробуем, дадим еще шанс Сарказуху. Ну, блин, 1900 с одного удара пробить. Это было... Пастазух меня удивил. Так, у нас броня есть. О, ну это нормально для крокодильчика, а вот почему у этого нет? Не, это не нормально. Так, ну он что-то совсем какой-то понтовый. Здесь подмена не нужна. Короче, это такой, да, самый бесполезный. Вот, не, хорошо, что на него хоть гибрида какого-то ввели, а то он бы вообще был бестолковый. А, блин, тут полтора урона. Ну да. А почему это я не быстрее, чем он? 128? Ничего себе. Шустрый-то какой. Косарь бьет, блин. Это же был всего лишь 10 левела. Красавчик. Ребята, качайте Нундазухов. Так, двушечка. Снова вернулся дядька с перфератором. Ну давай, кто кого? Ах, блин, крит. Ну без крита было бы нормально, ребят. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Вот минус 50 к урону, отлично. Раптор спасает. Да, в команде, конечно, хорошо иметь хотя бы одного такого шустрика с снижением удара и с чертовски сильным ударом. На подмену, так сказать. Барионик второго поколения. Ну, на тебе снижение удара. Если он захочет себя усилить, у нас есть обнуляющий удар. Так, что у нас там еще есть? Рекса мы не брали, ну ладно. Значит, не судьба Рексу. Возьмем его на следующий бой. Но там уже противники просто будут сильные. Я хочу еще Кентрика взять. А вот Раптор, несмотря на то, что он 10 уровня, он, короче, очень неплохо тащит. Надо его качнуть, если есть гены. Так, ну помчались дальше.
Не, давайте, знаете, тогда уберем уже из команды вот этих слабеньких наших, изменить. Так, вот тебя точно надо убрать. Вот давайте возьмем кого-то из... Кого бы взять? Тен-тен-тен-тен-тен. Эпики. Эпики, не эпики. Давайте жирафчика возьмем, что ли. Вместо тебя возьмем... Кого же взять? Ну, давайте спинча такого возьмем, а вместо тебя возьмем твоего коллегу какого-то. Ну, вот так. Потому что они уже, да, блин, ну слишком быстро у них растет уровень. Прям тут даже не знаю, кем идти. Вот так вот. Надо сильнее повышать уровень своих диносов, а то сейчас нам опять наваляют, и будет невесело. Урхик. Против Ирритатора. У нас есть опережающий удар со снижением урона. Это именно то, что нужно против вот этих ребят. Ай, не вовремя я его использовал. Не вовремя зашло. Так. Ну да, ему надо снижать урон. Но походу не выстоит. Больно, конечно, ударил. Снижение скорости. Так, ну шансы есть. Есть шанс, да. Хороший набор ударов у Урхика. Так, ну это мы уже не переживем. А, ну с критом ничего себе нам пробил так, как нас. Так, у нас есть Дилос. Дилос вот так вот сделает. Супер. 1-1. Но Дилос еще сможет. Вот эта сволочь. Давайте посмотрим на него. 700, и у него двукратный есть. Нет, полторакратный. А, он себя... Очищение, регенерация, первый ход. Плюс 50 к урону. То есть он вот скомбинировал как-то. Блин, как он мог мне вынести полторушку жизни? Тысячу 900, по-моему, он меня продемажил. Но этого достаточно. Если... А, мы не выживем. Черт подери. Достаем свое секретное оружие. Ну пробей, пробей. Нет, как? Фух. Тебе еще нужно убивать одного. В случае опасности мы можем сбежать. Так. Ну, полюбасу надо убегать, иначе в следующий удар мы не выдержим. Фух, не понадобилось. Готово.
Отлично. Так. Уже 13-й уровень появляется. Блин. Блин, ну не получается нам тут сражаться нашим Рексом. Он, во-первых, медленный. Два удара он не успеет нанести, скорее всего. Ну, не знаю, давайте попробуем. Ну, беру Рекса, иначе он вообще потом не сможет походить. Так, ну, наверное, мы выдержим все-таки один удар. Да, выдержим. О, ну с критом тогда нормально. Рекс может. Должен пережить еще этот удар. Нормально Рексик раздает. Рекс есть Рекс. Рекс Пекс Фекс. Ну, у этих ребят нет никаких ударов, которые бы нерфили наши удары. Да, это была наша месть за пастозуха. Ну, тут, конечно же, конечно же. И я вообще-то подменюсь сейчас. Специально. Я мог бы его допить, но мы не будем этого делать. Мы, допустим, на спинище подменимся. Блин, крит поймали. Нехорошо. Дайте кровотечение все-таки и покончим с ним. Обидно получилось. Ладно, хотел затянуть немножко бой. Не получилось, ладно. Так, это у нас еще будет теперь 10, 11, 12, 13 уровень противника. Еще 3 боя у нас. Блин, монеток нормально насыпает, это радует. Эпический гаргик. Смотрим, кто у нас тут. 12, 13, 14 даже. Все, наша команда уже точно не годится. Наша команда уж слишком слабенькая получается. Промахнулся. Так. Вот так. Вот так, допустим. У него там же 14-й же левел, извините меня. Это вам не просто так. Так, тебя оставим. Тебя можно взять. И ладно, с тобой не срослось, возьмем твоего коллегу какого-то в следующий раз. Ну, Стигича обычного, давайте так. Ну, сможем ли мы этой командой пройти следующие наши бои? Не факт. Ух ты, затесался здесь. Десятенький. Так, ну начнем с Синоцератопса. Паралич нам рекомендовали брать, вот мы и проверим. 25% брони и скорость не самая медленная. Смотрите, какая у него массивная шейка-то. Так, ну два удара мы больше не выдержим. Срочно нужен паралич. Не сработало.
У него же нет неуязвимости. Как говорится, просто не зашло, да? Ну ладно. Срочно его нужно убивать, нельзя позволить ему нас продымажить. Ну, будем держаться. Ого! А зубы были? Откуда зубы? Оу, у нас есть супер удар. И есть оглушение. Так, на этот раз все у нас срослось. 6 хелсов, но это печально. Так, и у нас тут следующий ход. Откроется наш опять опережающий паралич, и мы сейчас нормально продемажим кого-то. Так, вот этот парнишка, который может больно-больно бить. Есть оглушение, ха-ха-ха. Давайте попробуем еще раз. Делать такой фокус. 14 левел. Так, вот после этого будет больно нам. Давай еще. Так, всего 780. И снова паралич. Прощай, мой друг. Смотрите, как классно, блин, вообще нравится мне очень Тигги. Просто зарешал этот бой. Косарик монеток. И помчались дальше. Так. Так, стиги можно брать. Этого можно брать. Или попробуем уж как-то так, что ли. Ну, возьмем, наверное, шустрика, пусть будет. Может пригодиться. Так, ну начнем с тебя. Редкий гибридик. Так, а эта тварь больно бьется. 800, еще у него... Ой-ой-ой-ой. Надо его замедлять. И ставить щит. Это отлично, броня и щит, это круто. Отлично, прошел. Без проблем. Так, против этого щит не зайдет. А следующий удар у него будет сквозь броню. Но мы уже не сможем воспользоваться. Так, мы побыстрее. Смотрите, Барионикс быстрее, чем Барионикс 123-го, второго поколения. А у нас 124. Так, ну ладно, давайте попробуем по его стратегии. Когда мы быстрее, это имеет смысл, но если ты медленнее, то... Так, это очень интересно становится. Кто кого? Ну, пробивай давай. Нифига себе, 3258. И у нас еще усиление есть, а мы довольно шустрые. А ну-ка, иритатор. У нас, блин, у нас битва родственников, 124, но у нас уровень выше. Но у него хелсов побольше-то. Он делает сейчас то же самое. Но нет, мы так попробуем уже. Yes! Нормально. Хорошо зашло. Так, ну и последний бой. По
полторушку монет. Блин, сколько мы монет уже тут тысяч насобирали? Так, давайте смотреть. 15-е. Вот так, вот так, вот так, вот так. Давайте попробуем. Ну, откроемся с тегищем слабеньким, скажем так. Оу-оу-оу. Так, ну против этого мы долго не проживем. Он себя усилил, мы сейчас его замедлим. Уху-ху, а больно-то бьет. Ну, один мы выдержим. Броня спасла. Вот этот был удар. Сначала вот этот, а потом вот этот. Получается, дэмажит четко. Но Стегич, смотрите, красавчик. 16-го завалил еще и с каким-то запасом. Ну, здесь в игре хорошо баланс сделан. Даже простые динозавры как бы не превращаются в какое-то днище. Так, ну ладно, давайте попробуем мегалозавра взять. У него контратака есть, если я не ошибаюсь. И попробуем тогда так. Ой-ой-ой, больно будет. Неплохая контратака. А удар? Удар такой же. То есть у него контратака один к одному, ничего себе. Не там не 30, не 50%, а как положено. Так, ну мы можем и не выдержать. Ах, ну да. Неплохо тогда пробивает. Ну все, на этом, конечно, мы закончились. Так, ну а теперь мы пошустрее. Как раз сейчас себя набьем опережающий паралич. Так, ну этот, наверное, будет себя сейчас усилять. Нет. Довольно больно. И без усиления, так сказать. Получи, фашист, гранату. Давай, Стиги, мочи его. Ну давай, отдавай победу Раптору. Молодчинка, косарик нанес. И за награждением появилась Дельта. Ну, нормально справились. Выполнили задуманное. И давайте нам эпический инкубатор. 10 тысяч монет, ребята. Уху-ху, это 2 дня собирать надо было бы. Эксклюзивный Барионикс. Красненький, если я не ошибаюсь. Еще и постимитродона нам насыпали. И Горгазуха 83 клетки. Шикарно, ребята. Ну а на этом все. Всем пока.